Привет-привет, дорогие друзья, с вами Роджин. И сегодня мы будем продолжать проходить вторжение в Стронгхолде первом. Осталось одно единственное вторжение от разработчиков. Это жирный кабан. Блин, мне очень нравится его озвучка. Я сейчас вам попробую ее включить. Если услышите, будет очень круто. Хе-хе-хе, я пришел убить тебя. Вот это именно относится к этой миссии. Так, честно вам скажу, я ни черта не помню, ни черта ничего. Единственное... Что, простите? Что? 6000 хлеба? Короче... Кабан вернулся, огромный, голодный, и он хочет отобрать всю вашу еду. Это как проходить вообще? Постройте амбар, сэр. То есть на нас сейчас будет... мы можем спокойненько увеличивать скорость на максимум и кайфовать. То есть на нас сейчас будет нападать кабан. Кабан. У кабана или арбалет пехота, или еще хуже пехотин... пикинеры. Я не знаю, короче, как это проходить, честно, не представляю. Да? Не вижу вообще смысла никакого лучники пытаться что-то очень жесткое делать. Ну давайте попробуем, готовься, знаете как. Уже идем, приготовить стрелы. Он есть, хорошо. Где-нибудь вот тут. Так, чуть-чуть расширим население, раз, два. Раз нам нужна... Ну ладно, в принципе, короче, нам придется развиваться только через хлеб. Я понял. Окей, значит, не бесимся жиру. Жиру у нас все равно мало. Так что, ребятушки, приходится развиваться ужасно. Просто вот это вот то, что я делаю, это такое. Такой трэш и садомия. Так, а что у нас здесь? Можно закупать арбалеты. Мне очень нравится идея закупать дерево и без производства арбалетов обходиться. Конечно, было бы неплохо, наверное, все-таки с производством арбалетов. Но я сейчас хочу чуть-чуть себе срубить денег. После денег я хочу себе сделать здесь, наверное, мельницу. Кролики у нас оказались здесь, правильно? То есть, следовательно, кроликов я, наверное, хочу заблокировать таким вот макаром. Я не знаю, нормально это или нет. Мы идем. Лучников. Так, значит, вот так вот мы сделаем. Вот так вот, да? Нам этот замок не понадобится. Сзади у нас никто атаковать 100% не будет. Провизии осталось здесь мало. Здесь у нас что? Здесь у нас вот эту штуку хочется поставить. У нас очень мало осталось провизии. Давайте все-таки поставим половинный рацион, как бы там ни было. И попробуем хоть что-то сделать. И теперь раз, два, три, четыре. Ну, в общем, короче, размещаться придется по конкретике. По конкретике... Идите в очко. По конкретике, короче, нужно будет размещаться. Будет огромная задница, я так понимаю. Задница будет реально огромной. У нас будут просто невероятнейшие проблемы, которые будут просто увеличиваться с ростом абсолютно всего. То есть это максимальное количество пекарен, которые мы можем оформить. Это максимальное количество зерновых, которые мы можем оформить. Потому что пожар — это жесть. Эти кролики нам особо сильно не угрожают вообще ничем. Все, забудем о них. Я хорошо их загородил, будем считать. Повезло. Так, что у нас здесь? Амбар пуст, сэр. У нас здесь амбар пуст. Надо, кстати, сделать полный рацион и молиться на то, что я успею хоть какую-то еду произвести. Потому что мне провизия очень нужна. Мне провизия здесь нужна нереально. Нет свободных людей для этой работы. Хорошо. Нам надо увеличивать люди рацион для того, чтобы нас. У нас была меньше плюс популярность. Больше, чем обычно. Причем плюс популярность такая. Много хорошо. Еды, это оставляем. Больше нам не надо. Нам нужен еще амбарчик. Раз, два, три. 6000 еды, напоминаю. 6000 еды. Я не... представляю, каким макаром можно здесь нормально накопиться. Но, в принципе, я представляю, что можно сделать. Так как у нас есть пожары, я думаю, что производство здесь арбалетов здесь будет очень кстати. Почему? Потому что есть пожары.
Поэтому производство арбалетов здесь будет очень кстати. Да нет, на самом деле не по этому поводу, но просто это будет чуть более выгоднее. Выгодно даже для нас. Чуть более выгоднее никто так не говорит. Это я так говорю. Товаров. Ну и нам бы надо бы закупить арбалеты и кожаные брони, насколько я понимаю, правильно? Денег у нас нифига. Запасы провизии. Да и как бы, ну, им неоткуда взяться, чисто физически им неоткуда взяться. Нас можно еще, кстати, поставить кабана. Себе больше, немножечко зерновых ферм, чтобы было все получше. Я не представляю, как этого, от этого можно нормально отбиться. Давайте поставим баллисту. И попробуем вот таким вот макаром отбиться. Я не знаю, как это получится, не получится, там уже не важно. Сейчас важно немного другое. Сейчас важно то, что собаки вот эти вот отвлекают лучников. То, что вообще все отвлекают лучников. У меня мои охотники работают по лучникам. То есть лучников мы минуснули. Следовательно, сейчас у нас арбалеты идут. Арбалетчики пока там будут что-то мутить. У меня их баллиста моя чуть-чуть раскидает. Вот, пожалуйста. Ребятки вообще прям гениальные. Все, теперь осталось просто все грамотно сделать. Мы дерево отлетело. У нас дерево очень сильно отлетело, да? Не-не-не, нельзя. Все, нельзя, значит. Не хватает товара. Да, придется сильно так терпировать, я бы сказал. Здесь нет работы, милорд. Ну, в общем, если придется сильно терпировать, значит придется. От этого мы вроде как избавляемся. Или будут указания. Вроде как. Целься! Ждем ваших приказов. Так, этот братишка должен отлетать, и этот братишка должен отлетать. Все. Лучники, остальных выпустим. Здесь все как получится. Здесь сейчас не особо что-то нам важно. Если загорятся Пофиг. Пофиг. Все убрать. Все убрал же. Правильно, все убрал. Хорошо, пожар нормальный. Я бы сказал, это лучший пожар, который мог бы случиться. Должно было быть хуже. Могло бы быть хуже. Да, могло. Вполне. Так что, в принципе, это еще был ничегошний пожар. Это нельзя. Здесь нам надо теперь выставлять как можно больше лесопилок еще разочек. Для чего? Для того, чтобы у нас пришло много дерева. Ну, дерево равно избавляемся от пожаров. Проблем нет. Так, убираем. Все, отлично. Теперь у нас нужны пекарни. Это здесь. И еще одну здесь. Запасы провизии. Так, по еде вроде как у нас там все нормально. Не хватает. По арбалетам я вижу, что арбалеты... Никогда я продавать здесь арбалеты не буду. Здесь арбалеты не для продажи нужны. Я так понимаю, что здесь у нас один всего лишь указатель. Следовательно, было бы неплохо соорудить какую-нибудь... Ну, наверное, подобную вот такую вот защиту. Только я хочу вот здесь вот перегородить стенкой. Для того, чтобы никто... Сюда вообще даже пройти не пытался. Так, все, это нормально. Стенка хорошо зашла. Отличненько. Здесь у нас кролики, тут у нас стеночки, все вроде нормально. Нет населения. Нужно дерево. Нет населения. Хорошо, сделаем население. Чуть-чуть еще сюда. Можно даже и... В принципе, и еще в округе развелось слишком много кроликов. Да, они на кроликов, вот честно, вот сейчас вообще насрать. Типа кролики нам не особо мешают. Нам мешает больше все остальное, в отличие от кроликов. Запасы провизии убывают. Тут больше проблемы есть. Вот они эти проблемы, это дерево. Я не хочу закупать дерево, потому что это слишком дорого для нас. Это капец как дорого. То есть мы вот сейчас вот копим население, еле-еле-еле, да? И потом нам нужно закупить дерево. Но это же, блин, совсем сумасшествие. Не хватает оружия, сэр. Нам нужно сейчас как раз произвести, попробовать арбалетчиков. И может быть еще что-то и получится. Не хватает товаров, не хватает. Но только оружия, так. Внимание! При этом, если у нас будет пожар... Еще один. Здесь а пожары, как я уже увидел, здесь есть. У нас будет еще больше проблемы, чем кажется. Следовательно, производство арбалетов — это самое выгодное, что вообще здесь может просто приключиться. Потому что производство арбалетов позволяет нам, если что, продать арбалеты и не напрягаться. Следовательно, нам нельзя покупать больше 5 кожаных бронь. Если оружейка загорится, нам хоть их не жалко будет продать. При этом также нам нужно как-то хранить амбары. Я не знаю чем, потому что здесь нет каких-то других штуковин интересных. Ну, более интересных, чем работа колодцы. Стоит, мой лорд.
И да, я не использую баги на этой миссии, потому что, в принципе, ее можно было бы пройти не через баги. Ну как, варов, типа там много раз, много-много-много себе там мы нанять крестьян, деньги. И все, и оставить их, и пусть они там работа, типа кайфуют, чилят, не знаю, что угодно делают. В общем, амбары, кстати, тушить нужно будет, так что нам пригодятся колодцы. Здесь нам колодцы в любом случае нужны. Так, и теперь я хочу вот здесь убрать стеночку, она нам больше не нужна. Приближается к замку. Ну, вот эти вот небольшие отряды, на самом деле, будут очень сильно нам портить всю жизнь и вообще всю малину. Так что давайте мы, наверное, эти небольшие отряды будем отражать с помощью вот этих вот челов. Во-первых, это минус пожар. Во-вторых, это, ребятки, дополнительные лучники. Типа, это очень круто для нас. Это прям нереально круто. Плюс это наши дополнительные налоги. Ну, то есть, это ребятки, которые исправно платят налоги. В конце концов, они будут это делать. В любом случае. Так, что у нас тут имеется? Нифига у нас тут не имеется. Атака кабан... Ну, понятно. В общем, весело. Там инженеры идут к нам в гости. Запасы да. Золота не уходят. Все очень круто. Я молюсь, чтобы вот здесь вот сейчас все было нормально. Нужно амбары расширять. Количество амбаров. Постепенно. Нам нужно 6 тысяч хлеба. 6. Я не представляю, как можно столько добыть хлеба. Вообще. Говорю, остается только молиться на то, что я успею действительно добыть 6 тысяч хлеба за все то время, которое необходимо для прохождения миссии. Но она бесконечна, понятное дело. Но все же, это очень неприятно. Прекрасно, тут только щиты есть. Щитами он не управляет, это тоже прекрасно. В принципе, здесь нужно очень сильно сейчас зафокусить арбалетчиков. Да, нормальненько. Остальные инженеры пойдут копать. Вот здесь причем копать будут. Ну, я думаю, более-менее нормально. Мы даже отбиваемся. Причем хорошо отбиваемся. Да, они эту дыру копают. Не очень сильно копают эту дыру. Ребят, я вас... Ладно, я вас не расстрою. Ну, все, они сейчас будут забегать всеми-всеми-всеми вовнутрь. В принципе, ничего страшного, потому что мы лордом можем отбить это все дело, это не очень-очень страшно. Вот это вот очень страшно дальше. Мы вот так сделаем. И так мы не сделаем, ладно. Ну, вообще, конечно, неплохо было бы, если бы арбалетчики смогли бы все-таки отбить. Ну и ладно, не смогли и не смогли. Ну, убейте вы его уже, наконец, хорошо. Убили. Нам нужно здесь будет прокопать ров посильнее. Черт. Какая же дрянь, конечно. Милорд, воду! Какая же, конечно, дрянь. Ой, он спустился. Это было непреднамеренное использование бага. Я не хотел этого. Он сам. Он сам. Я серьезно, он сам. Запасы провизии убывают, мой так, лорд. Мне нужно будет 10... Сколько здесь амбаров? 10, да? 10 амбаров, 2500 еды. Это мало. Мне нужно 6000 еды. Мне нужно еще 10 амбаров. И еще 4. Ох ты ж, ежик. И как же ж мне... Как же ж мне это все дело поставить? Мило. Я не представляю. Два колодца, кстати, очень мало будет для того, чтобы восстановиться. Или для того, чтобы что-то сделать с амбарами. Очень мало. Прям нереально. У нас остались какие-то производящие дерево здания, да? Развелось много кроликов. Они угрожают посевам, так, сэр. А есть возможность вот работа этих вот ребят стоит, уволить всех абсолютно? Я хочу переразнять чуть-чуть, работа перенанять. Стоит, и вот этих ребят теперь нанимать. Наш так, я хочу еще вот налоги с них драть. Плюс дополнительно, я хочу нанимать не арбалетчиков. Рекрутов, здесь вот ребятки, конечно, это круто, но пока они нам не нужны. Не нам нужно сейчас забить, рекрутов, забить барбаканчик сэр. Наш. Барбаканчик я буду забивать, когда рекрутов, у меня сэр. Будет чуть больше не юнитов. Рекрутов, я отбиваюсь, посмотрите, какими силами я отбиваюсь. У меня вообще нет не воинов. Оружия, но сэр. Я отбиваюсь. В принципе, это неплохо. Кстати говоря, здесь тоже прокопали ров нехило так, так что нужно бы его, наверное, чуть-чуть подзакопать хотя бы. Хотя бы подзакопать. Уже будет более-менее. Готов, сэр! Бегом! Так. 5 арбалетов нанято. 3 арбалета сделано. Можно попробовать продавать нефть, хорошо? Товаров. Отлично, тут у нас получается много нефти. Так, а что если я сейчас еще буду делать производство себе арбалетов?
Сгорит ли здесь что-нибудь? Сгорит ли здесь что-нибудь? Ну, вообще, конечно, да, сгорит, скорее всего. И в любом случае... Здесь нет работы, Мило. Это будет плачевно. Но нам придется как-то это дело терпеть и обыгрывать. Без вариантов. Я не представляю, как это сделать, но нужно. Но нужно. Запасы провизии убывают. У нас еще проблема в том, что вроде как, ну, все нормально. Мы можем там через мельницы отыгрывать. Все прекрасно, все хорошо. Мы ставим мельницы, мельница нам производит муку. Ну, деньги идут, там все дела, все вроде бы неплохо. Но я боюсь пожара, понимаете? Я вот сейчас вот расставляю здание, да? А там одно здание загорится, и шух, просто весь замок отлетит. И просто можно заканчивать миссию. Потому что, ну, типа, я не восстановлюсь. Это нереально будет. Потери на этой миссии шикарные. Просто жестокие, шикарные. Там, я не знаю, как мне это вот восполнять. Не представляю. Во-первых, конечно, обидно, что пожары не ходят вот сюда. Вот. То есть, например, вот здесь вот у нас сейчас очень много... Пусть популярность падает. Кабан атакует. Кабан атакует. Так, ну, ладно, окей, мы вроде готовы. Послание от кабана. Да, мы готовы. Люди кабана не знают страха. Войско кабана уже почти здесь. И все пройдет как по маслу. Да, мы можем, можем нанять арбалетчиков, и нам нужно это делать быстро. Все. Лучника оставляем. Это наш козырь главный и основной. Так, еще один арбалетчик. Еще один арбалетчик, давай. Так. Не хватает. Тут уже не до разговоров. Тут уже плохо все. Тут уже надо прям долбенить, фигачить жестоко. Так, хорошо. Избавились. Более-менее от катапульт избавились. У нас еще камень чуть-чуть есть, так что мы, в принципе, можем восстановиться. Эти стены я только вот так восстановлю. Все. Вроде как мы даже можем неплохо здесь отбиться, но они будут копать ров. Причем они так нехило копают ров. Здесь у нас лучники очень сильно нас напрягают. В этом тоже небольшой прикол есть. Так, они бьют нам каменную стенку. Сильно. Нам нужно еще их убивать. Вот здесь вообще все должны быть убиты. Так, не-не-не-не-не, все. Остаемся. Хорошо. Ну, более-менее отбиваемся. Более-менее. Не хватает оружия, кстати. Тут сейчас уже замок опущенный, не опущенный. Я уже не слежу, это невозможно, потому что миссия нереальная какая-то. Я очень боюсь сейчас проиграть. То, что вроде как все прям прекрасно, все прям хорошо. Я реально не хочу ее уже проигрывать. Потому что, ну посмотрите, тут все сейчас на данный момент на моей стороне. Я постепенно развиваюсь, у меня постепенно все выстраивается в нужное мне русло. Я постепенно набираю количество арбалетчиков критическое, которое потом, в конце концов, окажет влияние на эту игру нереальное. Не хватает. Поэтому я хочу, чтобы все прошло гладко и качественно. Ну, как кабан обычно говорит, что... Здесь нет работы, Мило. Войско кабана не знает там жалости, усталости там. Ну, вы поняли. Здесь кипит работа. И все пройдет как по маслу. Так, я хочу сделать себе здесь подъемный мостик. И плюс я хочу себе здесь прокопать еще ров, потому что что-то они как-то прям перекопали меня очень хорошо. Это единственный лучник, который у меня может копать ров. Все. Больше у меня юнитов вообще для рва нет. Не хватает. Следовательно, мне сейчас нужно... Не хватает. Ну, я не знаю, что мне сейчас нужно. Не хватает. Арбалеты мне сейчас нужны. Не хватает оружия, сэр. Господа, арбалеты. Арбалет. Не хватает рекрутов. Это максимум, что мне может пригодиться. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов. Блин, ну, я пока на опущенном поиграю, потому что здесь нужно людей смотреть. Не хватает рекрутов. Как только я буду более-менее отбиваться от атак, все, я, ну, с опущенным это все дело уберу, все будет нормально. Не хватает. Без проблем. Просто фишка в том, я сейчас хочу отбивать атаку возле указателя. Почему? Потому что тогда у меня будет в разы меньше проблем. Отбивая атаку возле указателя, я могу делать все, что угодно на этой карте. Следовательно, я здесь делаю себе железные рудники, я здесь делаю себе какое-то определенное производство, я здесь делаю себе абсолютно все на этой карте. То есть карта будет полностью моей, я не буду особо сильно напрягаться, сделаю себе производство хлеба и как можно быстрее просто закончу эту миссию. Потому что эта миссия какая-то совсем лютая. Да, 519 хлеба, на это вообще пока не смотрим, я этим не занимаюсь. Просто что... Ну,
у меня вроде бы есть хлеб, и как бы все. То есть пока можно вот таким вот образом это оценивать. То есть тупо есть хлеб, все, больше ничего не надо. Загораживаться здесь будем деревянной стеной. Почему? Да потому что надо хотя бы чем-то загородиться. Больше нечем. Камнем я загораживаться не хочу, это слишком дорого. Да, конечно, это может мне потом сыграть определенную роль. Что, типа, блин, ну они сейчас разобьют все и побегут. Ну, что поделать? Что поделать? Значит, я ошибся. Вот и все. Арбалеты мы переводим сюда. Инженеры. Инженеры, кстати, могут копать ров. Тоже прекрасная вещь. Так, что нам еще здесь надо? Запасы провизии. Сохранять амбары. Нам надо сохранять амбары. Это раз. Второе. Нам здесь нужно будет уже дыры проделывать. Мой То есть лук, этот лучник нам лук. Уже, в принципе, больше особо и не нужен. Уже идем. Но... Пока нет, Ролик давайте пока победы. Я все-таки на всякий случай оставлю его, я не верю. Встать в строй. Мне нужно просто верить, что действительно все будет хорошо. Чтобы поверить, что все будет действительно хорошо, мне нужно отбить атаку. Чтобы отбить атаку, ну, соответственно, я уже поставил арбалетчику. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Нельзя строить ничего слишком близко к указателю. А могу ли я вот таким вот макаром построить вот здесь стену? Да, могу. Небольшой все. Отряд крысы приближается к замку. Что, простите, крысик? Вы что, охренели, да, что ли? Не, ребят, это слишком, по-моему, жестко. Крысики все. Не-не-не, ребят. Все. Я пошутил, ребят. Не надо никаких мне тут крысиков. Не надо. Я, кстати, буду замок удалять. Нас атакуют войска крысы. Так, войска крысы. Это войска крысы, да? Вот это были войска крысы, ни хреново. А, там крысик чуть-чуть совсем. Ну, типа, вот как он решил сделать, видите? То есть мы более-менее отбиваемся, но он решил вот таким вот макаром нас уничтожить. Ну, как бы это хорошо. Это еще неплохо. Все-таки нужны каменные стены. Каменные стены. Я понял. Ладно, я потрачу денег на каменные стены. Да, ну вы видели сейчас ИИ в действии. Мы очень классно просто отбиваемся, я легко отбиваюсь, я замок, в общем... Да, я замок полностью удаляю, он мне больше не нужен. Вот эту штуку я тоже удаляю, двух инженеров посылаю сюда. Все, замок мне больше не нужен. Все, я его полностью удаляю, он реально мне не нужен. Соответственно, вот эти башни мне тоже не нужны. Следовательно, у меня здесь появляется теперь возможность размещать руду железную. Потому что я так хочу. Слишком много кроликов. Они угрожают. Кролики мне вообще ничем не мешают. Это прекрасно. То есть, это вообще даже не то, что прекрасно. Это великолепно. Я имею право себе здесь делать просто нереальнейшее развитие. Нефтяную скважину нужно устанавливать на булькающем так, нефтяном пятне. Так, камень. Камень. Только один камень. Да ничего страшного. Давай, раз, два. Это нельзя здесь разместить, милорд. Три, четыре. Все. Больше привези для валов там не понадобится. Остальное мы можем удалять. Здесь каменные стены. Только каменные стены. Все. Теперь я все понял. Каменные стены. Задача выжить. Все. Мы уже здесь как бы выживаем на максимум. Тут уже арбалетчики просто совсем лютые. Творят нереальные чудеса. Здесь у нас очень много муки. Нам бы эту муку как-то преобразовать в хлеб. Следовательно, нам нужны сейчас пекарни. Пекарни я размещаю, наверное, через две. Буду вот так клеточки размещать, чтобы пожар не коснулся. Просто не хочу все это дело перестраивать опять. Пожар как-никак такая вещь. Так, мы все через две клеточки размещаем. Все через... Падает. Даже я три размещу. Ну да ладно, короче, в общем, вы поняли. Нам хотя бы как-то это все дело надо разместить. Популярность запасы падает почему? Потому что у нас тоже идут налоги. Налоги нам дают нереальные бабки. Бабки нам дают нереальные не возможности. Хватает, нереальные ладно. Возможности — это арбалеты. Соответственно, войско арбалетное — это прекрасное войско. Я просто сейчас его беру и не собираю себе оружия, в нереальных количествах. Ну, прям как Крусейда. Вот так же самое. Беру прям, развиваюсь как Крусейда. Никаких вообще новиночек. Все то же самое. Не хватает оружия. Прекрасно. Мы выдвигаемся. Так, и здесь нам нужно починить. Ваша популярность растет. Шикарно. Ну, вообще, конечно, арбалетов, наверное, было бы чуть получше разместить... На башенке, вот на какой-нибудь вот такой вот. Ну давайте, я уже продал камень, я просто не буду его закупать, я его буду добывать, пусть он пока добывается, там все нормально, все. А, так вот. Слушайте, так я, по-моему, могу башенку даже поставить. Кстати, да.
Кстати, вот она, башенка, пожалуйста. Только надо бы эту башенку вот так вот поставить. И рядышком вот здесь вот, хоп, каменную стеночку. И хоп, я уже могу на башенку эти войска размещать. Хоп, уже надо будет сзади сделать там что-нибудь. Ну, то есть мне сейчас нужно будет конкретно дождаться камушка. Теперь у меня очень много дерева. Куда мне его девать? На развитие. Нам нужно нереальное развитие. Все остальное нам нужно продать. Следовательно, сейчас мне больше охотники не нужны. Это бесполезные людишки. Теперь... После охотников я должен сделать себе очень много пекарен, которые будут мне приносить это хлеб. Как только у меня амбар будет заполнен, мне нужно будет подумать о том, что же мне делать дальше. Запасы. Хотя у меня амбары уже заполнены, так что я имею право, в принципе, даже вот так разместиться. Но нам нужно будет вот здесь удалять полностью ров. Слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Кролики, фиг с ними, пусть они будут заперты пока что. Нам нужно как-то чудесным образом еще их будет застроить чуть позже. Но это все чуть позже. Сейчас это наша основная задача — это добывать еду. Хавчика у нас должно быть много. Я думаю, вы прекрасно понимаете это. Не хватает оружия. Так, арбалеты. Арбалеты у нас идут сюда. Их можно? Нет, у флажков в стронге первом нет. Блин. Ну ё-моё, отключайся, пожалуйста. Небольшой отряд крысы приближается. В принципе, мы теперь делаем, что хотим вообще на этой карте, потому что, ну, мы здесь короли. Реально, мы здесь короли, мы делаем, что хотим на этой карте. В деревнях говорят, вообще плевать, что видели отряд кабана в этих краях. Так, вот он, камень пришел. Значит, я хочу арбалетчиков всех разместить на одну башню. Это единственный, наверное, баг, который я буду пользоваться, потому что это механика стронгхолда. Я мог бы здесь поставить 20 башен, но, типа, ну уж простите меня. Строй. Действительно, просто, ну это выполняется как? 20 башнями, и все. Я бы не напрягался особо сильно, просто поставил бы себе 20 башен. Ну, то есть здесь 2, 3, 4, 5, и не напрягался особо сильно. Где? Да, ну все. Разошлось. Ну, что я могу сказать? Противник пал. Не хватает товаров. Не хватает оружия, сэр. В принципе, можно сделать половинный рацион и попытаться развиваться. А можно, знаете, как сделать? Просто забить на эти пожары. Пошли вы, короче, со своими пожарами. Это нельзя здесь я разместить, делаю милорд. То, что я хочу. О, нет, я сделал неправильно. Это я сделал неправильно. Так, раз, два, три. И, кстати говоря, вот здесь дорожка должна быть. Знаете, как будет классно вот здесь дорожку заиметь? Это шикарная дорога будет, которая будет нереально мне просто много приносить. Так, кстати говоря, вот этот пекарь. Значит, мы его удаляем. Но тут еще одна проблема есть небольшая. Вот эти вот, господа. Сейчас они отнесут. Вот этот как минимум отнесет. И вот этот вот. Этот отнес. Да. Отнес. Вот этот отнес. Отнес. Вот этот отнес. Отнес. Все. Чтобы у нас просто, кроликов. Не дай бог. Посевом, не сэр. Дай бог, не было пожара. Сэр. Вот что, от чего я хочу избавиться. Кролики, не вообще плевать, мы их не ощущаем. Мы также не ощущаем вообще что-либо другое. Не хватает товара. Так, что у нас тут по камню? По камню у нас все нормально. Мне кажется, даже можно, в принципе, было бы... Чтобы лишних работяг не было. Так, нам нужно это больше пекарен из-за того, его. Что сейчас... Такая стадия игры, в которой я уже начал выкапливать себе постепенно хлеб. Пофиг на этого. Тут стадия игры уже пошла такая, что мы выкапливаем себе хлеб. То есть как можно шустрее стараемся пройти эту миссию, потому что мы отбиваемся от всего, чего мы только хотим. Нам плевать. У нас вообще нет никаких проблем и неприятностей. Ладно, давайте мы не будем забивать уже эту башню. Нереальным прям образом. А, места на складе нет, поэтому... Понятно. Значит, давайте чуть-чуть избавимся от дерева. Заполнен, милорд. Немножечко. Совсем. Наполовину. Не хватает товаров. Здесь восстановим абсолютно все. Правильно? Да. Мы здесь все восстановим. Арбалеты. Арбалеты на закуп. Только на закуп. То есть, в любом случае, мы деньги будем тратить на войско. Без вариантов. Без каких-либо. Не тут некуда еще их тратить. Реально уже некуда.
мы выдвигаемся. Так, все прекрасно. Значит, мы можем делать полный рацион. Пусть он пока с полным рационом мутит, что хочет. Так, нам нужен плюс амбар, кстати, будет. И еще нам нужна будет плюс вот эта вот штука. Давайте это удалим. 2, 3, 4. Прекрасно, все. Пофиг, пожар, не пожар. Тут надо просто сейчас накопить хлеб. А накопить хлеб — это много дерева. Дерева у нас и так много было, поэтому мы вообще не напрягаемся. Просто себе ставим здесь как можно больше всего. Кстати говоря, я могу вот так теперь сделать. Раз, два, три, четыре. Ну да, конечно, так тяжелее размещаться, но... Давайте так буду размещаться, просто... Ну, это ж... Поднятый все-таки замок, а не опущенный. Ну, это приятнее, во всяком случае. Так, ну вот так я тут могу разместиться. Все, я думаю, пока хватит. Пока запасы всего хватит. Убывают, и здесь, чем больше населения, понимаете, тем хуже все идет. То есть у нас реально все намного хуже идет. Это нельзя. У нас проблемы становятся с тем, что еды много потребляется. Вы там скажете, ну, ты же видишь, тут трактир, есть пивоварня. Блин, ребят, ну посмотрите внимательно, пожалуйста. Я не могу найти никак хмельника. Купить его тоже нельзя. Я вам гарантирую, я только что это недавно посмотрел. Кстати говоря, там, по-моему, кто-то на нас напал. Наверное. Или это мне показалось? Да, мне показалось. Ну, и ладно, показалось и показал. Твою дивизию. Твою дивизию. Небольшой отряд крысы приближается. И почему вечно идет атака вот этого пожара, ну, моих вот таких вот складов хлеба? Мне говорят, что видели отряд кабана. Блин, и как это проходить, когда, ну, вот такое вот случается постоянно? То есть оно реально просто меня напрягает. Я не знаю, как это проходить. Я только отстроился, это оно не... меня спалило. Я сейчас только отстроюсь, он снова меня только это спалит. Нельзя здесь разместить. Тупо возьмет и спалит. Я даже не смотрю туда, там мои ребятки справятся. А вот что будет конкретно по стенам, я не знаю. Нужно будет стены, скорее всего, по конкретике там починить. Нужно будет еще что-то сделать. То есть это не такая простая миссия, я не думал, что... Это будет легкой прогулочкой, конечно, но я не думаю, что это будет настолько сложно. То есть пожар просто напрягает сильно. Понимаете? И фишка в том, что когда у тебя много населения, то есть в Крусейде такие миссии обычно нужно закрывать какими-то войсками. А-ля... Ну, то есть можно закрыть спокойно там лестничниками, еще кем-нибудь. Здесь такими можно закрыть? Здесь нету лестничников, здесь гильдия инженеров есть. Окей, я поставлю инженеров, там будут еще и саперы, правильно? А нет, там будут лестничники. Стой, а секунду. Да, сэр. Не хватает рекрутов. Ладно, сэр, я шучу, давайте не будем так проходить. А, нет, нет, давайте будем так проходить. Да, сэр. Я не буду драть с них налоги, сэр, но буду кое-что делать другое. Давайте будем именно так проходить. Я не думал, что здесь такая фигня существует. Ну ладно. В принципе, это значит не потеря населения. Мы без потерь вообще абсолютно обходимся. Без особых. Так, кстати говоря, нам нужно вот здесь вот стенку удалить, чтобы у нас барбакан забивался бесконечно. Барбакан можно забивать, кстати говоря, бесконечно. Все, это не баг, я ничего не знаю. Все. Все. Так, я хочу здесь как можно больше это себе дерево поставить, потому что дерево у нас чуть маловато. Нельзя здесь. Давайте чуть больше мило дерева поставим. Кстати говоря, вы видели, как пожар это распространяется? Вот серьезно, вы вот видели, как распространяется пожар? То есть, смотрите, это закон подлости. Я поставил себе дохренище зданий. Смотрите, сколько у меня вне замка стоит зданий. Ну вот сейчас вот эти еще появились, да? До этого стояло. Слишком много кроликов. Они угрожают. Как вы думаете, на какие здания будет перекидываться огонь? Правильно. Гениально. Очень мило с вашей стороны не брать с нас налогов. Я не понимаю, каким макаром мне нужно будет конкретно это выполнить. Потому что я вот смотрю сейчас на это и опять не понимаю, что я делаю не так. Я, кажется, знаю, что я делаю не так. Амбары, они могут сгореть в любой момент времени. Это я, кажется, знаю, что я делаю не так. Давайте на всякий случай. Ну, я удаляю по коров. Тут ничего особо такого нет. Я думаю, говорить ничего не стоит.
Я стал бояться вдруг ни с того ни с сего за свои амбары. Не хватает товаров. Нет свободных. Ну как бы я мог бы играть, конечно, на рандом, сказать, что ну вот, мне повезло, там вот это вот рандом, вот это вот все. Нет, я сейчас не хочу играть на рандом, я сейчас хочу поиграть на верочку, чтобы 100% у меня была вера в то, что вот все будет нормально, все будет хорошо. Это нельзя здесь разместить, милорд. Все будет нормально, все будет хорошо. Да, сэр. Идти так далеко? Да. И, кстати, сэр, надо где-то сохранять так, чтобы они стояли вне пожара, сэр. Потому что это мои крестьяне. Да, сэр. Свободные. Не хватает рекрутов, потенциально сэр. Это мои свободные крестьяне. То есть их нужно где-то сохранять от пожара. Арбалеты больше не закупаем. Все остальное теперь надо как-то подумать, как бы мне поднять популярность. Я нашел, как мне поднять популярность, но это мне ухудшит абсолютно все, что только можно было ухудшить. В принципе, я даже не знаю, а можно ли здесь как-то... Ну тут нифига, из-за того, что нет хмельников, я не могу себе расширить популярность. Если я начну себе ставить вот эти вот часовни, церкви, соборы, ну что там, плюс один популярности за 25 таких, простите, мне это нафиг не надо. Что еще? Чем еще можно поднять тут популярность? Только рационом. То есть, по факту, я могу обузить популярность с плюс один вот этого вот рациона, вот и все. Это единственное, что я могу делать. Ну, то есть, без вариантов, без каких-либо. 6000 хлеба. Ух. Послание от вашего... Давайте попробуем потушить. Я не уверен, конечно, что у меня получится это сделать, но давайте попробуем хотя бы реально потушить. Возможно ли это? Давайте я удалю вот эти вот здания. Попробуем потушить хотя бы чуть-чуть. Вот эти вот давайте не будем тогда. Давайте вот эти тогда не будем. Ну пожалуйста, ну потуши ты. Ладно, вот эти давай удалим. Все? Да, все. Ой, блин, как же ж ты меня достала, миссия тупорылая. Ох ты ж, ёжик. Так, ладно, давайте тогда не будем сейчас расстраиваться особо сильно. Это самая сложная миссия, которую только вообще я проходил в Стронгхолде. Я вам клянусь. Я думал, я не найду сложную миссию в Стронгхолде. Вот она, это реально самая сложная миссия, которую пройти просто, ну, действительно сложно. Кстати говоря, у меня очень много населения, да, сгорело, я вот так вот делаю. Враги не выдержали нашего запаса. Запасы провизии убывают, мой лорд. То есть я сейчас только что разнял ребяток, которые сейчас придут ко мне, ну, в замок, скажем так. И все будет в порядке и нормально. То есть сейчас они пойдут на работу, у меня будет работяг много, все будет хорошо, никаких проблем, никаких ерунденек, вообще ничего страшного, все будет прекрасно. Я так понял, нужно будет еще больше себе делать этих господ с колодцами. Ну давайте, значит, господа с колодцами будут еще больше тогда. Чтоб дыры были у всех. Я не знаю, как эту миссию проходить, но, блин. Тысяча, еще раз тысяча хлеба, это капец. Я думал, 1500 это нормально. Да нет, 1500 я бы сделал бы с маленьким замком, не особо это сильно напрягаясь. Здесь. Но здесь это какая-то просто жесть лютая. То есть мне еще дополнительно нужно будет сверху сейчас продумывать, как же ж огнетушение здесь наладить. Потому что тушить. То, что тушить надо это именно эта часть замка. Никакая больше не горит. И такое ощущение, что рандом такой типа решил, ну... Бро, ты слишком легко проходишь эту миссию, ну ты слишком легко отбиваешься от кабана, ну давай мы тебе чуть-чуть усложним задачу. Спасибо, рандом, я очень рад, что ты усложнил мне задачу. Я очень рад. Инженер, кстати говоря, зачем они мне нужны? Перемещение невозможно. Ну давайте, перемещение невозможно, фиг их, сюда переместим. Так, значит, когда у нас будет 24 крестьянина за костром, возле костра, 14 арбалетов. Нам арбалеты больше не нужны, правильно, или как? Готов, сэр. 115. Я думаю, больше не нужны. Мы можем их спокойно продавать. Склад заполнен. Не хватает товаров. Ну хотя можно было бы поставить арбалетов, чтобы наверняка уже товаров. Вообще было бы просто пофиг. Но я хочу, наверное, вот этих ребяток всех слить. 24 крестьянина. Нанять себе чуть-чуть больше лестничников. Убрать все вот эти здания, потому что они больше не нужны. Оставим их. Оставим. Я неправильно делаю. Оставлю эти здания.
В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Так, а возможно ли еще что-то здесь сделать? Так, давайте мы вот так вот сделаем, чтобы у нас прям все было четенько, хорошо. Ну, я... Давайте вам вот так вот покажу замок, чтобы было красиво. Как-никак. Просто сейчас у меня немножечко подгорает от этой миссии. Я не думал, что она реально будет такой сложной. Я не думал, что она настолько долго затянется. Но давайте будем реалистами. Она реально классная. Она классная для того, чтобы именно вот прям поиграть в Stronghold. То есть ее можно там часа 4-5 спокойно проходить. Любому, абсолютно. И это, ну, прикольная миссия. Реально прикольная. То есть спасибо Firefly за то, что они хотя бы такую миссию соизволили сделать. Она реально классная и интересная. Но то, что у меня горит от нее жопа, это мои проблемы. Поэтому у вас все будет нормально. То есть вы сможете взять, поиграть... Просто пару вечерков убить на эту миссию. Она реально приятная. Она реально приятная, эта миссия. Никаких, да, здесь... Не хватает, ну, чтоб реклама, прям как вот у меня какие-то проблемы возникают. Это, конечно, убывает, понятно, что у меня проблемы возникают, но все же. Кажется, мы готовы. Мы домой идем? Уже идем. Это более приятно проходить, чем вот просто сидеть, знаете. А, ну я там на кнопочки потыкал, и все. И уже миссия пройдена, по факту. Ну... Ну, это же неинтересно. Ну вот, серьезно, это неинтересно. Да, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Встать в строй! Ну, то есть я поставил бы вот 100 арбалетчиков, да? И как бы все, миссия пройдена. Да нет, нифига подобного. Здесь миссия не проходится так легко. То есть мы поставили 100 арбалетчиков. Так, а теперь посмотрим, сможем ли мы все это дело потушить. Сможем ли мы все это дело потушить? Сможем, сможем, сможем. Потихонечку мы это делаем. Нет, не сможем. Давайте уберем вот эти здания. Давайте уберем вот эти здания. Давайте уберем вот эти здания. Не можем. Мы даже так не можем потушить эти здания. Обалдеть. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Вы посмотрите, что... Да хватит, ну пожалуйста. Ну хватит, пожалуйста, блин. Как же вы достали, честное слово. Да это капец какой-то. Это капец какой-то. Это какой-то капец. Я не понимаю. Я не понимаю, как это так работает. Все, я потушил. Здесь нет работы. Я избавился от всех пекарен, но я потушил. Ладно, окей, все, мы потушили. То есть это вот эти вот наши крестьяне, которые сейчас у нас имеются, да, здесь. Сэр. Ведем их сюда, пусть они набираются. Плюс нам нужно еще дополнительно сейчас посмотреть на склады здесь внимательно. Да, я плохо посмотрел на склады. Очень. Так что давайте мы посмотрим чуть-чуть получше. И теперь я буду смотреть еще лучше на склады, чтобы сделать раз, два, три. Спасибо, и лорд. Я не набираю налоги. Я делаю кое-что другое. То есть это даже лучше, чем набирать налоги. Я просто делаю это население себе из ничего. Милорд. То есть по факту мне не нужно сидеть... Постоянно накапливать население. Что? А в смысле? Вы что, не убили таран? Вы что, дурачки? Вы что, дурачки? Эй! Нормально. Нормально у меня арбалетчики. Крыса, кстати, с этими, с пехотинцами. Кстати. Кстати. Крыса с пехотинцами, ребят. Как дела? Крысик, у тебя все нормально там? Крысик с пехотинцами. Нормально так, да. Согласен. Хорошо. Узнал. Узнал, согласен. Так, что нам еще теперь надо? Не хватает товаров. Здесь поставить еще две пекарни. Очень-очень мало муки. Так что давайте мы сейчас будем производить прям муку по полной программе. Плюс нам еще нужно будет, помимо производства муки, производить население. Да, ваше величество. То есть мне нужно как-то из гильдии инженеров постоянно отыгрывать. Кстати говоря, еще здесь нужно население очень много.
Запасы провизии убывают, мой лорд. И это только 2300 хлеба, понимаете? Только 2300. Не хватает. Запасы провизии пополняются, сэр. Да. Запасы провизии пополняются, сэр. По-моему, это нереально. Я хочу копить население для того, чтобы у меня проблем было меньше. Но копить население у меня просто не получается. Внимание! Не хватает. Кстати говоря, а у меня камень приходит или как? Ну, давайте-то я поставлю все-таки здесь барбаканчик. Барбаканчик. Здесь. Готов, сэр! Ну, я не представляю реально, что здесь можно делать, чтобы ускорить себе эту миссию. Нет, конечно, вы мне можете сказать, ну ты мало колодцев поставил, там все дела. Вы можете мне там еще, может быть, что-нибудь сказать. Просто, ребят, я вам показываю. Посмотрите, пожалуйста, сколько у меня колодцев. Они угрожают посевам. Невозможно потушить вот этим количеством колодцев вот здесь пожар, вот в этой вот точке. А он постоянно здесь возникает. Понимаете? И это, ну, напрягает просто нереально. Из-за того, что просто невозможно этот пожар потушить именно здесь. Не хватает рекрутов. Плюс мне еще надо постоянно следить за популярностью. 95 у нас максимум, при котором приходит максимальное количество крестьян. То есть они с максимальной скоростью приходят. Мне нужно между 95 постоянно его, короче, обузить. Между 95 и не 95. Вот он опять пожар. Ну, давайте скажем так, что мы сейчас его потушим, все будет нормально. Нет, нормально все не будет. Соответственно, мы убираем здесь все. То есть мы убираем все здесь, мы убираем все здесь. Мы убираем все здесь, мы убираем все здесь. Так, мы потушили пожар. Ребят, у меня... Посмотрите, пожалуйста, сколько у меня колодцев. Я не могу потушить пожар. Потуши. Пипец. Это нельзя здесь разместить, милый. Понимаете, вот как в это можно выиграть, когда я потушить пожар не могу, понимаете? Я не могу потушить пожар. У меня пожар во внутреннем замке не случается, он у меня случается во внешнем замке только. Идти так далеко? Не хватает рекрутов. Только во внешнем замке пожар случается. Я не знаю, как мне здесь быть, я не представляю. Мне нужно, наверное, еще больше населения делать. Я просто вот сейчас сижу и больше ною, чем прохожу, реально. Давайте мы сейчас все-таки возьмем и пройдем прям жестко эту миссию. Что-то я все ною. Не, все. Вот от этого нытья нужно уже отвыкать. Давайте, ребят, просто берем, садимся и проходим жестко. Значит, я сейчас буду выстраивать просто невероятную, невероятнейшее, огромнейшее просто количество всего. Кстати говоря, склад здесь еще один поставим на всякий случай, чтобы он просто был. Не хватает товаров. Так, теперь арбалеты идут сюда. Здесь у нас все нормально, здесь у нас вроде как все хорошо. Ты арбалетчиков у нас как? 115. Я просто хочу посмотреть, как мы отбиваемся, чтобы понимать, надо нам еще арбалеты или нет. Так, ну я еще параллельно буду вот эту штуку нанимать. Да, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Да, прекрасно. Кстати говоря, а давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем работа вот так. Стоит, мой лорд. Нет, не будем удалять. Мама крепко держался. У нас очень много дерева, но у нас очень много денег. Если что, мы в любой момент времени сможем восстановиться, там все дела, ну, вот это все. Так, теперь мы знаем, что всего-всего у нас очень хорошо. Я хочу взять незанятых крестьян и вот сюда вот переместить. Не хватает рекрутов, сэр. Так, теперь я хочу еще дополнительно... Дополнительно разыграть вот здесь вот хижины. Под хижин. Ну, это не хижины, это пекарни. Запасы провизии убывают. И можно поставить вот таким, сэр, вот образом, да, сэр, приток населения. Плевать, какой там приток населения будет. Так, да, ребятки, которые находятся, да, ваше величество. Спасибо, милорд. Здесь, кажется, они готовы. По складам ходить не могут и по стенам. Давайте, ну, задание. Это, конечно, круто, но, в принципе, ладно, окей. Здесь у нас нифига нет, там мы я все разнял. Здесь, ребяток, я зачем-то оставил, я не понимаю, зачем. Здесь 24 снова. Сэр. Давайте 24 снова наймем. Не хватает. То есть мы будем постоянно их нанимать. Запасы. Здесь у нас половина рацион, чтобы мы хотя бы более-менее что-то делали с хлебом. Так, так. Это нельзя здесь разместить, милорд. Запасы провизии. Давайте посчитаем количество амбаров.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один амбар. Мне нужно 24 амбара для того, чтобы накопить 6000 хлеба. 22. Сделаем 23. Ваша популярность падает. Это нельзя здесь. Сейчас не сделаем, ладно. Пусть будет половина рацион, без вариантов. Сейчас я еще арбалетчиков найму себе. Чуть-чуть. Типа я реально хочу, чтобы у меня просто проблем вообще с отбиваниями атак не было. Не хватает так, товаров. Поэтому у нас все нормально. Камень нам не нужен. Не хватает. Поэтому у нас все нормально. Не хватает. Здесь у нас вообще везде все нормально. Денег у нас нормально. Работа. Наверное, вот эти челы пусть идут сюда. Они нам больше не нужны, в принципе. Да, они не горят. Что? Железо нам вообще не надо больше. И больше, и вообще не надо. Да. Так, сэр. Значит, нанимаем здесь ребят, так еще. Не хватает рекрутов. Да. Этих ребяток переводим сюда. Здесь у нас, если что, в любой момент времени я могу... Послание от вашего писаря. Да, ваше величество. Ваши ставки, господа. Сможем ли мы потушить пожар без особых сильных потерь? Люди. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы провизии убывают, мой лорд. Кажется, мы готовы. Но потери уже случились, но это страшно. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. К нам прекрасно. Приходят новые люди. Вроде как потушили. Так, ну а теперь давайте. А теперь продолжаем. Продолжаем. Вообще ничего, не боимся. Все нормально, продолжаем. А, у нас закончилось... Ёк-макарёк, у нас закончилось зерно. О-хо-хо-хо. Я-то... Ну почему такая сложная миссия? Ладно, в общем, смотрите. Вот это все у нас сейчас разнимается. И я надеюсь, что нам, в принципе, хватит населения. На все наши нужды. Не хватает товаров. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, можно сделать. Так, ну вроде как нам хватает населения на все наши нужды. Абсолютно. Да, даже осталось еще чуть-чуть запасе. Да, сэр. Что, давайте мы это население не тоже хватает. Сюда небольшой придолбим. Отряд крысы приближается. Так, плюс дополнительно нам сейчас надо вот эту штуку поставить, вот эту штуку поставить. Мы можем спокойно удалять вот это все, оно нам говорят, больше не нужно. Отряд мы можем забыть краях. Полностью о лесопилках, они нам не нужны. Оказывается, они не горят. Это бесполезная фигня, как и вот эта вот бесполезная фигня, которую мы можем удалить. И здесь поставить нас еще себе зерновые фермы. Уф, просто давай это еще. Опа, хорошо. Все, более-менее у нас что-то есть. Тут у нас атаки все больнее нас бьют, но я не ощущаю эти атаки все равно пока что. Все прекрасно. Ну, войска крысы, конечно, тоже смех. У крысы есть пехотинцы, Стронгхолд первый. Ну, я вам уже об этом говорил. Эти чертовы кролики пасутся. Я уже вам об этом говорил. Так, что ж тут еще можно сделать? Ладно, тут уже на самом деле мучения начались, серьезно. Скучные мучения. Хотя, мне кажется, за мучениями смотреть даже иногда приятнее. 53. Запасы провизии 53. Пополняются, 3500, 3500, 3500. Так, я хотел... Вот здесь амбар поставить один. И сделать не 24, а 25 амбаров. Даже можно вот так сделать, в принципе. Тоже неплохо. Так, можно вот так вот сделать. Здесь везде дороги, чтобы было больше дорог. Вот здесь можно дорожку сделать. Чтобы они до амбара шли просто быстрее. Может, мои ребятки на огнетушителях будут тоже ходить быстрее. В округе развелось слишком много. Может, тут фишка в том, что они именно ходят? Посевам, сэр. А не в том, что я плохо все сделал.
Хотя я бы хотел, наверное, больше этих ребяток на огнетушителях сделать. Давайте мы еще наймем себе. Не хватает лестничников, сэр. Ну, нам лестничники нужны, потому что... Запасы провизии пополняются, сэр. То есть вы понимаете, это я сейчас перестроил замок, это я его даже удалил, а представьте, что было бы в замке. То есть вот сейчас вот был бы замок у меня. Это ж капец. То есть вы понимаете, насколько это реально непроходимо было бы. Ну, понятно, я сейчас не прохожу, там не делаю тройных рабочих, четверных, потому что я мог бы это сделать. Послание от вашего... Капец. Да, сэр. Началось еще хуже, чем я думал. Нет, здесь никак. Давайте мы просто здесь удалим. Просто рандом благосклонен ко мне очень сильно. Вот, я уже на это спокойно реагирую. Рандом реально ко мне очень благосклонен. Да, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд. Я думаю, мы сейчас восстановимся легко и быстро, и особо напрягаться не будем. Сделать можно парочку лесопилов, чтобы они нам чисто... Дерево так немножечко добывали, да? И все. Им будет нормально. Будет хорошо. Будет отлично, я даже скажу. Это нельзя. Так, давайте здесь мы здесь везде милорд. Все-таки поставим все-все-все в зерновых. Это нельзя отделаем. Здесь разместить, милорд. Здесь мы уберем вот эти пекарни, чтобы у нас проблем было поменьше, а здесь их восстановим. Какая тяжелая миссия. Это нельзя здесь разместить, милорд. Просто я упорно не хочу строить больше населения. Так-то на самом деле, возможно, она бы уже была пройдена. Я действительно упорно просто не строю себе огромное количество населения. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Кстати, а нужен ли мне вообще камень? А нафига мне нужен, правильно? А нафига, спрашивается, мне нужен камень. Ставим себе парочку лесопилок. В округе развелось 4. Слишком много кроликов. Они угрожают 4, посевам, 5. Сэр. Пусть будет 5 лесопилок. Лучше 5. А, так у меня они и так поставлены. Работа поставлены. Здесь кипит работа, милый. Давайте мы просто здесь вот чуть-чуть удалим. А, те пусть работают. Запасы так, что у меня здесь? 4000 еды. Ну, почти, почти уже сделал ее, почти. То есть вы понимаете, что колодцы на самом деле это бесполезная хренотень. Вот есть как бы удаление зданий, вот это полезная хренотень. Колодцы это все для лохов. Серьезно. Колодцы для лохов. Я удаляю. Запасы провизии пополняются. Так, давайте, половинный рацион. Небольшой отряд крысы. И я не хочу делать почтительность, конечно, но нужно, да, наверное, ваше было величество. Бы. Да, сэр. Не хватает рекрутов. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Понимаете, что самое обидное? Я не могу потратить деньги на популярность. Я просто не могу потратить деньги на популярность. Запасы провизии убывают. Я очень хотел бы это сделать, но я не могу. Нас атакуют войска кабана! Кажется, мы готовы. Ну и чё? Готов, сэр! Ну, всё, да. Проси. Сейчас спрашиваю, ну и чё? Ну тут как бы да, весело, весело. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Запасы провизии пополняются, сэр. На популярности 55 сидеть тоже весело. Да, сэр. Не хватает рекрутов, мы сэр. Не, ну тут только, наверное, на популярности сэр. 55 можно идти сидеть. Так далеко. Больше вариантов вообще никаких нет. Запасы провизии убывают, мой лорд. Нет, ну можно, конечно, давайте удалим вот это вот все и сделаем здесь себе производство нереальное. Это единственный вариант, может быть. Давайте все-таки хоть что-то начнем делать полезное. Так, я буду с опущенным пока замком. Так, удобнее чуть-чуть.
Рисуем, рисуем тут просто нарву. Рисуем абсолютно все, что нужно, нарву. Рву, нарву. Так, мне, значит, сейчас нужно... слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Мне, значит, сейчас нужно будет серьезным образом просто взять и сделать 5 пожар. Рыцаря. Где пожар? Кстати, пожар не такой сильный, пожар вообще фигня. Представляете, мне рандом прокнул! Пожар фигня! Это нельзя здесь разместить. Мне рандом прокнул. Наконец-то в этой игре рандом прокнул. Наконец-то. Первый раз вижу. Запасы провизии пополняются. Ура, ура, почти 6000 хлеба, ура. Не прокнул рандом. Так, ну тогда нужно уже быстрее, побыстрее, побыстрее. Я хотя бы ров успею удалить, мне интересно. Пока на рандом прокол. Ну уж, давай, 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 удаляйся потихоньку. Давай, давай, давай. Можно его как-то было бы... Вот Firefly нужно придумать реально интересное средство по удалению рва. Конечно, вот так вот его прикольнее удалять, да? Ну блин, было бы прикольно, если бы они все-таки придумали какое-то средство. Хотя вот так сделаю, чтобы вам приятнее было. Все равно сейчас на данный момент мне деревни не мешают сильно. Я просто рва не вижу иногда. Ну так-то ничего страшного, думаю. Главное, чтобы у меня сейчас просто, не дай бог, амбары не сгорели. Сейчас представляете, амбары сгорят. Я все. Я просто закончу. Я разобью экран, там клавиатуру, еще что-нибудь там. Просто будет забей. Понимаете, вы час играете. Да может уже даже больше. Я не знаю, сколько там на видеозапись, честно. Но это капец. Да ладно, не буду я ничего разбивать, я не настолько идиот. Все-таки эти денег стоят как-то не так. Так, сколько? Запасы провизии. Давайте сделаем половинный рацион, я думаю, это быстро наполнится. Просто я все равно пока, ну, хоть что-то делаю. Вы пока смотрите на удаление рва. Если ничего не получится, я просто этот ров... Так, давайте не так, давайте да, вот так вот еще пока сделаем. Не хватает рекрутов, да, сэр. Прекрасно. Ну и теперь продолжим удалять ров. В округе развелось слишком много кроликов. То есть, понимаете, кролики это вообще ерунда. Я бы там бы поставил бы, если есть пехотинцы или лучники, просто отряд из 10 арбалета лучников, и все, и эти кролики закончились бы. То есть, ну, вообще это не особая проблема. Самая большая проблема этой миссии — это пожары. И при этом здесь все сделано настолько грамотно с этими пожарами. И с атакой кабана тоже сделано все настолько грамотно. И с тем, что нужно накопить 6000 хлеба, все сделано запасы очень грамотно. Убывают, то есть, ну, в принципе, мы ее уже почти прошли, просто чуть-чуть осталось. Я сейчас доделываю остатки работы небольшой, которая здесь осталась. Запасы провизии пополняются, сэр. У нас популярность минус. Люди покидают. Это небольшой отряд крысы приближается к замку. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ну так сделаем. Пока что. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих Давайте краях. Давайте вот так вот сделаем, раз уж на то пошло. Я сейчас буду делать обуз опять же. Ну, нужно просто быстрее эту миссию закончить. Смотрите, мы делаем половинный рацион. Я... Милорд. Разнимаю население. Спасибо, разнимаю милорд. Население. Амбар полон. Кажется, мы готовы. Разнимаю спасибо, здесь милорд. Население. Амбар полон. Что, серьезно? Мне не хватает чуть-чуть. А, я забыл поставить амбар. Люди покидают нас. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, население, перенаселение у меня. Это не нельзя здесь разместить, милорд. Мне нельзя перенаселение. Мы домой идем. Ну вот, это более-менее нормально. То есть у нас да, есть население... Все. У нас тут все более-менее хорошо. Хлеб почти накоплен. Можно, в принципе, даже устроить здесь просто не выдавать. Чтобы он хотя бы накопился, нам нужно 6004 хлеба, напомню вам. 6004. Давай. 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 И сейчас игра с ошибкой вылетает. Не, не вылетает. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, ну. 6000. 6004. Это победа! Победа!
Ой, блин! Хе-хе-хе! Я пришел убить тебя! Вот что должен был сделать кабан! Это кошмар. Это чертова кошмарная миссия. В общем, давайте, я, наверное, уже все сказал, что только можно было. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Спасибо, что это досмотрели. С вами был Роджан. Не ленитесь и подпишитесь на канал. Это было прикольно. Это была реально самая сложная миссия вообще в Стронгхолде первом. Ну и до встречи, ребят. До следующего выпуска. Can I sing my boy?